отряды Путина срочно, просто срочно собралось только для того, что мы требуем закрыть сегодня новую образовавшуюся в социальные сети Клабхаус. Бросай, ложись, ложись. Вообще, айфончики полетели. Основная идея, значит, в 2012 году была забить интернет вирусными роликами отрядов Путина. Мы с этим очень успешно справляемся. Вот и все. Неинтересный ролик никто не смотрит. Мы знаем уже правила игры в интернете, как это все делать. Видите, свое оружие, всем понятно, там где-то есть местами, мы не прячемся. Но вот кто интересен, тот и предоставляется. И вот в таком формате. Чем сильнее возмущение, там, мы считаем, естественно, вот чем сильнее возмущение, а у нас возмущений там обычно очень-очень много, тем настойчивее мы давим именно на эту больную мозоль. Плотина Запада была прорвана, то вся грязь, вся нечисть, все варварство, весь этот секс, пьянство, все полезло на Россию. А самое главное, ненависть к русскому народу.